в неведомственной охране исполняется 71 год. Она была создана 29 октября 1952 года. С тех пор эта служба не имеет аналогов в мире. Сейчас неведомственная охрана – это структурное подразделение Росгвардии Российской Федерации, которое на договорной основе предоставляет организациям и населению широкий спектр охранных услуг с использованием самых передовых технических средств и инновационных технологий. Оказание помощи и защита граждан стоит в приоритете для нас. И любое содействие в обеспечении безопасности, будь то охрана дома, квартиры, объекта, либо помощь, когда случается беда, всегда делаем с большим удовольствием, с радостью. И после этого чувство выполненного долга, оно в конце рабочего дня всегда остается. Уникальность службы состоит в том, что это единственная организация, которая, с одной стороны, оказывает услуги охраны объектов всех форм собственности, а с другой занимается выявлением, предупреждением и пресечением преступлений и административных правонарушений не только на охраняемых объектах, но и на постах и маршрутах патрулирования. Коммунистическая, дом 30. 10:30 КТС. 8.01, принял. Экипировка, меры личной безопасности. Принял. В Раменском отделе служат не только мужчины, но и женщины. В 2007 году пришла на службу в Раменский отдел неведомственной охраны. Начинала с постового полицейского, трудилась. На данный момент являюсь специалистом по вооружению данного филиала. Горжусь своей должностью. Люблю все профессиональные моменты, люблю, чтобы все было четко, слаженно, организовано в работе. Контроль за состоянием средств сигнализации круглосуточно осуществляет дежурная служба, а реагирование производят подготовленные специалисты в составе вооруженных групп задержания на служебном автотранспорте, дающим преимущество при выполнении служебно-боевых задач. В течение этого года сотрудники неведомственной охраны за совершение административных правонарушений доставили в межмуниципальное управление МВД России Раменское более 160 граждан. Раменский отдел неведомственной охраны занимается охраной общественного порядка на территории обслуживания, обеспечение сохранности граждан, имущества граждан на договорной основе. С начала года осуществлено более 2000 выездов по сигналу тревога. Принято участие в раскрытии 11 преступлений на территории городских округов Раменская, Жуковская, Бронница. И с каждым годом наращиваем массив охраняемых объектов. Раменский отдел неведомственной охраны занимается защитой жизни, здоровья и имущества граждан, принимает участие в охране общественного порядка и обеспечивает общественную безопасность во время проведения массовых мероприятий на территории Раменского городского округа, а также городских округов Бронницы и Жуковский. Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть в коллективе царит благоприятная атмосфера, которая позволяет нам выполнять с вами общие задачи. Желаю вам успехов, здоровья, благополучия. А самое главное, чтобы в доме вас ждали всегда и любили. Все было хорошо у вас. С праздником вас. Ольга Неаполитанская, Сергей Григорьев, Раменское телевидение.